добраться до социально важных мест или сократить дорогу. Такова основная функция дорожек, которые пользуются большим спросом у жителей. Программа «Народные тропы» была запущена в Подмосковье в 2021 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Чтобы маршруты были безопасными, их облагораживают. Мы запустили программу «Народные тропы». Ее смысл – обустроить дорожки, нахоженные жителями, чтобы срезать путь до автобусной остановки, школы или больницы. Работа была воспринята на ура, поэтому мы решили ее продолжить, улучшить и даже поменяли название программы – «Пешком». В Одинцовском округе обустроено 27 тропинок в удобных для горожан местах. На текущий момент активно ведутся работы по благоустройству дорожек по улице Маршала Жукова. Они обустраиваются по одному стандарту. Ширина должна быть не менее 2 метров. Народные тропы пользуются большой популярностью у жителей. Мы раньше гуляли, когда была открыта, в родниках была открыта, мы там выходили и гуляли. Мимо дуба там, потом вот так вот по лесу и проходили. Обязательно должно государство как бы делать так, чтобы людям было удобно. А люди сами себе протопчут, где им удобнее ходить. В этом году в рамках программы «Пешком» в регионе планируется благоустроить 580 народных троп. Уже более 300 из них сейчас облагораживают. Все работы должны быть завершены до октября. В Одинцовском округе в этом году планируется благоустроить еще 5 пешеходных дорожек. Они расположены в Одинцове и в Лесном городке. Екатерина Крамер, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцово».